Готовы? Да. Тогда начинайте. Так, соответственно, сегодня мы собрались с Сашей, чтобы рассказать вам о том, что такое Йокта, и ее плюсах, и насколько она классная, и как, используя ее, сбилдить имидж, который мы в конце концов сможем загрузить на борду. Я все. В качестве борды мы будем использовать борду с архитектурой RISC-V. И также это будет, в свою очередь, экспериментом, с помощью которого мы покажем, что Йокта, мы можем запустить Йокту легко даже на борде, которая имеет достаточно новую архитектуру. Соответственно, сегодня мы вкратце пробежимся в самом начале. Мы поговорим о том, что такое RISC-V, почему на него стоит обратить внимание. И дальше мы перейдем уже плавненько к Йокте, расскажем о том, что такое Йокта, какие у нее есть тулзы, как она конфигурится и т.д. и т.п. Предлагаю, соответственно, перейти к интро на RISC-V. Так, соответственно, это у нас слайд, я так понимаю, он должен был быть разослан перед... Это инструкция, чтобы подготовиться к данному воркшопу, поэтому если кто не успел, то можете воспользоваться этой ссылкой вот, и посмотреть в Readme там, инструкции, как подготовиться. Возможно, за полчаса, там от силы, скорее всего, полчаса, если быстренько это сделать, то можно как бы быть готовым к операциям, которые мы будем делать на самом, ну, на практической части. Да, да, это более чем достаточно. Так, соответственно, что такое RISC-V? Первое, что хотелось бы отметить, и, как оказалось, многие немножко неправильно понимают, что RISC-V на самом деле не является компанией либо CPU-имплементацией. RISC-V — это открытый стандарт ISA, ISA — это Instruction Set Architecture, который базируется, собственно, на RISC-принципах. RISC — это Reduced Instruct Set Computer. На данный момент мы имеем пятое поколение RISC дизайна, который был придуман в Беркли и был начат, если я не ошибаюсь, 11 лет назад. То есть это достаточно новая архитектура. RISC-V у нас подходит для всех видов вычислительных систем, то есть есть как... Можно запускать как микроконтроллеры, так до суперкомпьютеров. Данный стандарт поддерживается нон-профит организации RISC-V Foundation, и он свободен от лицензионных и разнообразных роялти отчислений. Соответственно, дальше мы рассмотрим, почему нам стоит обратить внимание на RISC-V. Можешь, пожалуйста, переключить на следующий слайд. Спасибо. Собственно, первое, что хотелось бы отметить, RISC-V — это достаточно простая архитектура, и ее удалось сделать простой и удобной, и свободной от разнообразных ошибок и исторических артефактов. Здесь мы можем передать плавный привет Intel, благодаря тому, что RISC-V был сделан, так сказать, с чистого листа. Второе преимущество, которое мы можем выделить архитектуре RISC-V, это то, что она открытая, и это дает нам возможность пойти на GitHub репозиторий, скачать дизайн-файл и, соответственно, то есть попробовать даже там, чуть ли не в домашних условиях, воспроизвести конкретную имплементацию процессора. Также из плюсов то, что он open source. Это нам дает то, что хардварный дизайн свободный от IP и, как раньше упоминалось, разнообразных лицензионных отчислений. Что, соответственно, в свою очередь объясняет достаточно быструю адаптацию RISC-V в индустрии. Следующим неоценимым плюсом RISC-V это является... потенциальная новая бизнес-модель. Очевидно, что
open source, что очевидно, что если мы имеем открытый хардварный дизайн, то любой вендор может свободно построить его собственную имплементацию, свободно от ограничений, а также переиспользовать часть хардварного дизайна, что вследствие даст нам возможность более быстро создать CPU. И еще одним приятным бонусом архитектуры RISC-V является то, что у нас есть быстро развивающееся сообщество, начиная от хардваря, заканчивая софтварной частью. Например, если мы будем рассматривать open-source хардварные ядра, которые сейчас уже есть, мы можем привести в качестве примера Rocket, Pico, VR32, Boom. Также есть коммерческие ядра. Самый, наверное, на данный момент знаменитый — это Alibaba. Также занимается Andes. И, собственно, сегодняшний наш подопечный — это SiFi. Также есть компании, которые уже используют, так сказать, in-house ядра. Это, например, NVIDIA своих GPU использует. И Western Digital собирается, я не уверен, но использует ли сейчас, но точно собирается использовать в своих сториджах. Также стоит отметить отличную поддержку со стороны программного обеспечения. Мы можем сейчас видеть очень много примеров, что уже портированы GCC, Binutils, BSD, LLVM, QEMU, FreeRTOS, Zephyr, тот же Linux, ну и опять же таки сегодняшний проект Yocto. И также есть примеры коммерческого ПО, которое тоже уже адаптировалось под RISC-V, например, тот же Latterbach. И еще хотелось бы отметить, что RISC-V в целом сопоставимо с современными CPU по перформансу, в принципе, код density и потреблению, в принципе. Вот. Дальше я предлагаю перейти к следующему слайду и рассмотреть стек, софтварный стек, типичный софтварный стек, Linux софтварный стек, который мы сегодня, в частности, будем обсуждать. Соответственно, мы можем видеть, что у нас есть три режима работы процессора. Это Machine Mode, Supervisor Mode и User Mode. В процессе разработки, насколько я знаю, еще гипервизор режим. Но последний раз, когда я заходил на сайт RISC-V Foundation, я не нашел спецификации. Поэтому будем считать, что он пока что в разработке. Соответственно, если провести аналоги, что, возможно, аудитория больше знакома, например, с ARM, это аналоги EL3 и EL1, то есть, ну, если там сверху вниз смотреть. Соответственно, наименее привилегированный режим — это у нас User Mode, в котором мы запускаем приложение, которые, соответственно, имеют ограниченные ресурсы по памяти, по доступу к периферии и т.д. и т.п. Вот. И для того, чтобы была возможность у юзер-мода запустить какие-то ресурсы, у нас есть ядро операционной системы, которое запускается в супервайзер-мод. И, соответственно, мы общаемся с ядром, используя Application Binary Interface. И с точки зрения проца, у нас для того, чтобы попасть с user space, с user мода в supervisor мод, у нас есть специальные системные вызовы, инструкция, которая делает системный вызов, и в контексте RISC-V, если я не ошибаюсь, они называются environmental call. Вот, соответственно, ядро операционной системы, оно запускается в supervisor режиме, оно уже обладает большими привилегиями, чем user mode, и, соответственно, задача его управлять несколькими, там, менеджить приложение, быть ответственным за выделение ресурсов, таких как память, связанная с файловой системой, локации процессорного времени,
и т.д. и т.п. Доступ к периферии и тому подобное. Соответственно, Supervisor Mode — это у нас не самый крутой режим. Соответственно, есть режим, который имеет еще больше привилегий. Это Machine Mode. И в нем у нас по факту, как правило, в нашем случае это будет запускаться OpenSBI. Это, собственно, интерфейс между операционной системой и машин и машин модом. Так, ну и соответственно, у нас машин мод — это режим, который имеет уже максимальные привилегии и уже используется, соответственно, вышестоящими модами. Так, и напоследок я бы хотел бы рассказать о том, на чем мы будем сегодня запускать наш собранный имидж Yocto. У нас будет два таргета. Один таргет — это будет QEMU, и второй таргет — это будет RISC-V борда от компании Sci5, и которая называется, сама борда называется Hi5 Unmatched. Это борда, сделанная в PC Form Factory, и на ней у нас есть Freedom U740 RISC-V SoC, который состоит из одного S7 кора и четырех U74 кора. Ну, соответственно, один у нас ну, одна часть коров — это у нас слабенькие, другие сильные. Соответственно, U74 коры, у них они имеют практически они имеют RV64 GC extension. RV — это, соответственно, RISC-V, 64 — это длина машинного слова, и GC — это значит, что у них есть такие экстеншены, как Integer, то есть для работы с целыми числами, Mass Extension, Atomic Extension, Float Double, и C — это значит Compressed, то есть это еще Compressed инструкции. Вот. И, соответственно, у нас этот Core имеет 32 килобайта кэша данных и 32 килобайта, ой, инструк 32 килобайта и данных, и кэша данных, и кэша инструкций. Вот, второй core, который S7, который один, это так называемый embedded core, и у него уже есть, у него нету float и double extension, то есть у него только есть integer, mass, и тоже он использует compressed instructions. И в плане кэша у него 16 килобайт всего лишь кэша, и использует, еще также у него есть 2 мегабайта Coherent Banked L2 кэша. Соответственно, кроме сока, у нас сок нам также предоставляет такие интерфейсы, как SPI, QSPI, I2C, UART, PVM. В принципе, это стандартные интерфейсы для embedded устройств. И учитывая то, что у нас борда PC Form Factor, у нас есть отдельно 16 гигабайт оперативки DDR4, у нас есть PCIe, в который мы в теории можем вставить видеокарту и наслаждаться десктопом Linux, ну и также у нас есть Ethernet и USB. Вот. И напоследок, перед тем, как перейти уже непосредственно к Yocto, я хотел бы рассказать про то, как у нас загружается наша борда, и, соответственно, те программные компоненты, которые нас используют, потому что, собственно, их нам Yocto будет помогать билдить. Соответственно, когда у нас мы включили борду, у нас произошел reset вектор, мы попадаем в так называемый ZSBL, это Zero Stage Bootloader, который находится у нас в роме, и задача которого — загрузить FSBL. В качестве... почему так, собственно, было сделано?
зачем нам максимально сразу прыгать в FSBL, потому что когда мы находимся в ZSBL, у нас, во-первых, мало рома, то есть они, как правило, маленькие, у нас процессор стартует на низкой частоте, вот, и, соответственно, ZSBL должен быть, вернее, FSBL должен быть максимально маленьким, это нам меньше 64 килобайт, если я не ошибаюсь, это нам позволит, во-первых, ускорить загрузку, ну и исполнение. Соответственно, в качестве F, после SBL мы прыгаем на FSBL. В качестве FSBL в данном случае мы используем U-Boot SPL, задача которого по факту повысить clock rate, то есть сделать максимальную частоту, настроить DDR RAM контроллер и, собственно, дальше передать уже, загрузить, естественно, OpenSBI, о котором чуть подробнее, может, мы остановимся чуть попозже, загрузить OpenSBI и, соответственно, уже полноценный наш загрузчик U-Boot. Так, соответственно, задача U-Boot'а уже определить источники, с которых мы можем грузить в данном случае Linux. То есть это может быть microSD, NVMe или Ethernet. В данном случае мы используем microSD. Вот. И последнее, что там делает, U-Boot загружает Linux в раму, подготавливает command line и boot-arcs, передает его DTS-ку. В общем, делает все, чтобы наш Linux бутнулся. Вот, и, соответственно, передает управление Linux. Так, и вкратце я еще хотел бы упомянуть, что такое OpenSBI. OpenSBI — это по факту имплементация Supervisor Binary Interface, который используется для общения между S-модом и M-модом. И почему классно, что он есть? Потому что это нам позволяет, грубо говоря, один раз заинтегрировать в наше ПО, которое запускается в S-моде OpenSBI, и, соответственно, мы потом сможем это ПО без проблем использовать на других RISC-V имплементациях процессоров. То есть это очень удобно. То есть, и, соответственно, для того, чтобы нам все вот это дело собрать, мы сегодня будем использовать Yocto, и на этом примере мы покажем все преимущества Yocto и вообще как что собирать и что мы в итоге получаем. Соответственно, дальше я передаю слово Александру. Спасибо за вступление. Когда речь идет о новой платформе, аппаратной платформе, к тому еще, если она может работать под контролем операционной системы Linux, то немаловажной задачей является выбор среды для поддержки этого продукта, вот, для разработки программного обеспечения. И в этом случае неплохим вариантом будет являться Yocto. Это как среда, которая распространяется, назовем так простыми словами, бесплатно и есть в открытом доступе с очень активным сообществом разработчиков, участников, вот, которую мы сегодня попытаемся немножко рассмотреть и вот хотел обратить ваше внимание на такой вот вид сверху на общий план рабочего процесса среды Yocto. Сам рабочий процесс это последовательность элементарных процедур, которые начинаются с
получения исходников с локальных репозиторий или же удаленных локальных директорий или же удаленных репозиторий для получения конечного продукта, который представляет собой набор пакетов бинарных файлов и конфигурируется метаданными, это могут быть пользовательские конфигурации, конфигурации, которые предоставляются производителям аппаратного оборудования и другими конфигурациями политики самой системы, имеется в виду среды Йокты. Также на выходе, как вы заметите, с результирующих пакетов у нас будет возможность собрать образы, которые в конце концов могут быть прошиты на голом железе, вот, и могут предоставлять базу для создания сред разработки. Вот. Хотел заметить, что Йокта идеально подходит для устройств IoT, также embedded приборов и требовательных вычислительных решений. Хотел также обратить внимание на метаданные, которые используются для конфигурации рабочей среды. Каждый пакет, каждый бинарный, можно так сказать, бинарный пакет, он описывается рецептом, вот, и конфигурационными данными, которые приходят от юзера, от пользователя для получения того или иного качества самого пакета. Имеется в виду обычная конфигурация. Вот. Эти конфигурационные данные, ну, метаданные, они объединяются в более в слои, имеется в виду метаслои, более обширные метаобъекты, назовем это так, которые в конце концов могут сформировать дистрибутив Linux, о котором изначально была речь. Вот. Если обратить внимание на то, что комьюнити Йокта предоставляет как базовый дистрибутив, вот, это дистрибутив Poki. Это набор нескольких слоев с необходимыми инструментами для начала работы. И как база там, мне кажется, предоставляют архитектуру x86 как базу. Вот. Чтобы с коробки все работало вбиванием нескольких команд. Вот. И запуска этого на эмуляторе как проверка того, что у нас получилось. Вот. Чтобы... Да, хотел еще упомянуть, что вот... Каждый слой — это как такая абстрактная функциональность. Если у нас, к примеру, есть дистрибутив, в котором несколько слоев, чтобы придать результирующему образу какой-то функционал, то мы, добавляя слой за слоем, можем... каким-то образом расширить вот, возможности конечного продукта. Вот, к примеру, мы берем, а на слайде видно, что слева у нас базовый
дистрибутив POCI, да, то есть со своими слоями, добавляя слой MetaRisk 5, то есть слой, который поможет нам в данном воршопе, на данном семинаре запустить RISC V архитектуру в QEM. То есть изначально он был создан с какими-то базовыми начальными платформами, вот, и может подойти не ко всем случаям, к примеру, вот то, о чем изначально говорилось, к нашей плате, которая у нас будет на семинаре. Возможно, некоторый функционал не подойдет. И мы должны в этом случае добавить необходимый набор конфигураций, возможно, неких бинарных файлов, чтобы полная поддержка борды была осуществлена. Таким вот образом мы добавляем еще один слой, который был предоставлен от разработчика борды, ну, имеется в виду платы, да, вот, которую мы сегодня испытаем. Вот. Хотел также заметить, что Yocta поддерживает множество платформ, традиционных, как x86 ARM, и постоянно дополняется новыми. То есть те, которые вот-вот выходят, как вот у нас RISC V на данном семинаре. Кроме того, что хотел, да, кроме того, что у нас есть основная утилита и основной двигатель среды разработки Bitbake, которая контролирует весь процесс сборки пакетов в Yocta. У нас есть множество утилит, которые мы можем конфигурировать рецепты в среде и также делать некую проверку результирующих пакетов. И опять повторюсь, также мы можем использовать эмулятор для того, чтобы проверить до прошивки на реальном железе, как будет вести поведение системы, операционной системы Linux с какими-то обновлениями там, бинарных файлов и другие нюансы. Хотел обратить также ваше внимание на некие недостатки среды Yocta. Это то, что много времени занимает первый процесс сборки, который еще не сформировал кэш, который в основном используется в Yocta для предотвращения пересборок и траты времени на рутинных таких вот операциях. Но после того, как мы вот первый раз собрали большое количество пакетов, которые в результате сформировали наш образ, мы можем пользоваться этим кэшом, чтобы делать какие-то маленькие изменения в дистрибутиве и сохранить время за минуты, там сделать обновление и прошить или же запустить это в QEM для проверки. Вот. Сегодня на семинаре мы
попытаемся использовать механизм кэширования, который мы изначально подготовили и попросили вас скачать. Вот. Еще одним недостатком есть со стороны отладки то, что мы отлаживаем плату, ну, мы подготавливаем то, что нам нужно для отладки на своем хосте, вот, на рабочей машине, и потом нужно это переносить теми или иными как бы средствами на, вот, на результирующую платформу. Имеется в виду испытуемую. Вот. Что иногда как бы затратно и необычно для тех, кто привык работать на персональных компьютерах, когда делаешь какую-то там отладку, то все на месте, и ты уже можешь это все проверять, все запускать. Здесь нужно делать посредством, например, там сетевой файловой системы. Это тоже может помочь иногда, но все же есть такое вот неудобство. Также завершающей особенностью Йокты является сложность, ну, некая сложность в обучении всей среды, поскольку не всегда понятно, что нужно или где нужно найти вот то, что нужно изменить или сконфигурировать, или много времени потратить на то, чтобы это осуществить. Ну, хочу заметить, что изначально. Вот. Так, у нас получается, мы переходим после этого вступления уже в практическую часть. Но перед этим хотел немного сказать слов о конфигурации среды Йокта. Вот. Если вы скачали то, что было изначально как инструкции к данному семинару, можете посмотреть в директории Workspace. Там будет вот директория POKI, в которой, как вот на рисунке, на слайде, у нас рассматривается наполнение этой директории с слоями, о которых я изначально говорил, когда упоминал структуру Йокты. Вот. Нужно, скорее всего, будет показать это. Так. Возможно, тебе надо Shift увеличить. А. Я хотел наполовину экрана. Ну, давай так. Вот. Заходя в директорию Йокта, у нас здесь есть соответствующие слои и директории кэша, которые вы изначально скачали. Вот. А нажми Ctrl-Shift-плюс. Немного. Так вот. Так. Вот. Мы видим, что здесь присутствуют метаслои и директория scripts, в которой есть скрипты инициализации настройки изначальной среды. Ну, соответственно, есть еще Bitbake и Documentation, который
ну, сам за себя говорит, в чем, собственно, суть. Так, если мы согласно этому слайду, если мы выполняем изначальную конфигурацию с помощью скрипта init, у нас создается build-директория, в которой есть возможность сконфигурировать слои, которые будут включаться в данном build-процессе, и локальные конфигурации, которые будут описывать, какую архитектуру мы хотели собрать, какие пакеты в результате мы хотели получить, какой кэш и где кэш находится. Вот, ну, мы будем, какой кэш мы будем использовать. Вот, чтобы после этих всех операций редактирования мы можем запустить build-процесс. Вот. Так. Скорее всего, мне нужно как-то более... так. Давайте опустимся немного ниже, поскольку... чтобы все выполняли. Вот. Первые две операции я провел, то есть изначально конфигурация... самого настройка среды изначально. Потом мы можем пользоваться командой bitbakelayers, чтобы добавить слои, о котором было во второй части данной презентации указано, когда была тема Yocto слои. То есть мы используем команду bitbakelayers только с учетом save-файл и слой риск-файл. Так, нужно было мышку взять. Так, тогда после этого мы настроим механизм кэша, чтобы воспользоваться тем, что мы скачивали, тем кэшем. Так. И попытаемся в конце концов запустить. Так. Это у нас стоит, хотя, может быть, он уже у меня. Добавлен. Да, он уже у меня добавлен. То есть я вас просто попрошу произвести две эти команды, а я сам подправлю. Хотя уверен, что это несущественно. Не уверен, будет ли система ругаться на это. Вот. Ну и производим. Так. Производим команду bitbake. По-моему, core image. Ты пробел пропустил. Core image. Mm-hmm. Вот. Только мы будем, как в презентации, собирать изначально QEMU риск 5.64. Вот. Заметим, что много у нас происходит процедур, определенных рецептов, которые из-за суффикса setState
восстанавливаются из кэша. То есть это то, что мы скачивали перед началом данного семинара, чтобы сэкономить как-то время. Потому что, как было указано, изначальный процесс сборки достаточно много занимает времени. Поэтому у нас только производится как бы формирование rootfs, корневой файловой системы. Вот. После этого, когда мы это все как собрали, у нас готов имидж, мы можем его запустить в QEMU. Так, перейдем на следующий слайд. Вот. Так. Run QEMU. Только будем запускать не этот имидж, а вот. Все, у нас запустилась система. Можно с нее, в принципе, как бы выйти. Там ничего особенного нет. Парочка команд. А, ну, имеется в виду, например. Вот. Это то, что предоставляет, назовем это так, Yocto из коробки. Вот. Хотел бы сейчас попрактиковаться с формированием своего имиджа, кастомного имиджа. Вот. Для этого мы, во-первых, будем создавать свой слой и создадим рецепт, чтобы который будет пояснять Yocto, как сформировать наш кастомный имидж. Вот. Так. Скорее всего, я сделаю следующее. Поскольку я уже это делал, workshop переведем в мета workshop old. Ладно. Так, теперь у нас нету мета workshop, есть только бэкапы этого всего, которые не будут участвовать в build процессе согласно перечню слоев, которые у нас конфигурированы. Так, возвращаемся к... Ой, это не то. Так, возвращаемся к нашей презентации. Вот, берем... используя команду bitbake layers create layer. Так, попытаемся bitbake layers. Ладно, я его сам напишу. Create layer с пометкой, что workshop. Так, у нас уже он есть. Так, это первая ошибка. То есть давайте его... Так, это конфигурация.
файл, который описывает лейеры. Мы его просто отсюда уберем, чтобы у нас не было этой ошибки, как будто у нас изначально он никогда не добавлялся. То есть мы берем его, создаем. Раз. Вот. У нас создан Meta Workshop layer, в котором мы будем создавать directory images и опишем этот рецепт в этой директории к нашему кастомному hello image образу. Вот. Так, попытаемся найти. Или же самому. Так, мы где? Ага, она есть даже. Так, формируем эту команду. И я воспользуюсь своим кэшом, который у меня закэшированным слоем, имеется в виду, не кэшем estate, а закэшированным слоем, который и так recipe course images hello image. Вот он выглядит очень близко к тому, что здесь написано, кроме вот строчки image install, которая обновилась из-за того, что мы будем добавлять в будущем, но как тренировка добавлялся в этом Meta Workshop Risk Core Images. Мы его бросаем туда. И поскольку сейчас у нас, скорее всего, ошибка будет из-за того, что нету такого вот пакета hello, мы его еще не сформировали, мы его отредактируем. Так. Recipe. Используя команду recipe tool. Edit. Hello image. Но и здесь может быть еще нюанс, то что он, возможно, Yocto этот не увидит рецепт из-за того, что я не добавил его в перечень слоев, которые изначально. Но мы сейчас добавим, я думаю, что не проблема. По-моему, Bitbucket Layer с автоматом добавляет в перечень. Нет, я его просто не добавил. Я его создал, но, скорее всего, я его не добавил, поэтому оно пропустило. Возвращаюсь. Если мы опустимся немного ниже, Add Layer, команда, которая на следующем слайде. То есть добавили, и теперь можем его редактировать. Вот. То есть нам не нужно было его искать по всем лейерам. Он через некоторое время нашел то, что нам надо. Я здесь убираю hello. Возможно, его у вас нет. Поэтому это не страшно. Это то, что пользовалось с как кэшированного лейера. Вот. Теперь мы можем попытаться собрать hello image, тот, который изначально мы создавали. То есть Bitbake.
Да, он формирует rootfs. Это можно сказать, содержание того имиджа, который мы, может быть, будем использовать на экспериментальной плате. Вот. Мы его создали, мы его получили вот как бы в недрах самой Йокты, где-то он там лежит. Мы можем его запустить, пользуясь. Так, мы можем его запустить с помощью runqm с указанием hello image. Хотя пока что давайте не будем это делать. Просто это все как заметим себе. Вот. Я предлагаю пройти дальше и сделать рецепт с уже существующих исходников, вот, которые приблизительно будет выглядеть вот как изображено на слайде, только используя вот набор утилит самой Йокты. Вот. Хотел еще заметить, что вот в этом рецепте, как вы видите, у нас изначально идет строчка, откуда мы берем сорцы. Вот, может быть, какой-то удаленный репозиторий, локальная директория, набор патчей. Вот, есть строчка с указанием лицензии, которую Йокта проверяет при формировании пакета. Вот, и процедуры do compile и do install, которые имеют непосредственную непосредственно производят сам бинарный результирующий пакет. Вот. С указанием последней строчки того, что именно попадет в пакет под именем, который соответствует имени рецепта. Вот. Внизу я заметил команду, которая также укажет количество и перечень всех процедур, которые могут быть выполнены с этим рецептом. Тоже иногда полезная команда. Вот, к примеру, с рецептом по формированию имиджа list tasks. Кроме того, когда начинаешь знакомиться с средой Йокта, это будет очень полезно. Здесь даже есть описание, что конкретная процедура делает. Вот. Так. Перейдем на следующий слайд и вернемся к тому заданию, по поводу которого я говорил изначально. Попытаемся создать свой рецепт с готовых с удаленного источника вот с исходников с помощью команды recipe tool. Так, возможно, он где-то у меня есть. Я здесь воспользуюсь неким. К примеру, мы будем создавать рецепт в только что созданном слое meta-workshop recipes example hello 1.0. Хотя здесь как-то не сильно соответствует версии. Не знаю, насколько это. Так, пробуем тогда выполнить. Что у нас получится?
Вот. Рецепт создан. Давайте посмотрим, что в рецепте у нас есть. Самому интересно. Так. Вот. Видим, что исходный код был проанализирован Йоктой, а именно makefile, который был в корне, он сопоставил автоматически данный рецепт. Вот. Ну и, соответственно, описал процедуры compile install и конфигур, видимо, там очень простое приложение без конфигурации. Вот. Попытаемся его сбилдить. Имеется в виду собрать. Да, давайте попытаемся его сначала собрать, а потом добавим. Так. Я. Так. Bitbake. А потом добавим его в image и запустим в среди QEMA на эмуляторе. Вот. Теперь я возвращаюсь к тому, что так, image. Я открою image рецепт. Вот. И добавим строчку. Здесь у нас SSH клиент-сервер. Вот, и добавим hello. Вот. Также хочу заметить, что изначально вот добавилась package группа coreboot. Это тот набор пакетов, который поможет нам запустить систему. Изначально я не упомянул об этом. И как дополнительные пакеты мы можем просто здесь плюсовать, чтобы добавить немного функционала. Вот. Так, закроем. И произведем опять ту команду, которая была. Вот, bitbake. Вот. С нашей тестовой с нашим тестовым приложением Hello. Вот. Попытаемся его запустить и выполнить и увидеть, что же у нас там получилось. Так, Run QEMU. Так, в этом случае. Так. В этом случае мы указали, что у нас Hello Image, тот, который мы не запустили. Вот. Сейчас запустим. Вот. Попытаемся. Да, Hello World. Вот. То, что было сделано, ну, как бы руками, а взамен мы сделали с помощью этой команды, которая вот с этого источника добывает нам исходники. Такая же самая, как и здесь. Вот. Так. Теперь мне хотелось бы сделать некие изменения в этом приложении и показать, как Йокта поможет, а именно инструменты Йокта помогут нам
сформировать патчи, которые будут добавлены к основным исходникам, которые мы с внешних источников добываем, чтобы в результате применить этот патч, собрать и запустить это на эмуляторе. Вот. Так, теперь что мы сделаем? Мы есть. Теперь мы используем утилиту DevTool, которая нам поможет сделать изменения в исходном коде. Вот, я покажу, а потом, может быть, объясню. Нет, что-то много всего. DevTool. Modify. Это согласно тому, что написано вот здесь. То есть update application with DevTool. То есть мы берем, используя эту команду, вытягиваем исходный код с удаленных источников в определенную директорию, которую Yocto создает, чтобы дальше можно было его как изменять, ну, делать некие эксперименты, дебажить или что-то еще. К примеру, то есть мы можем перейти сюда, посмотреть, что это вот добытая с удаленной источника. Вот. Так, к примеру, мы... нет, мы, наверное, не makefile, то у нас был hello world. Мы изменим немного, например, код, да, то есть, ну, имеется в виду строку, вот. From Yocto image. Вот. Мы это... изменения зафиксируем. Так, к примеру, update. Пусть будет так просто. Вот. Вот наши изменения. Возвращаясь в рабочую директорию Yocto, мы можем этот файл, точнее так, мы можем сформировать патч на эти изменения и добавить это в соответствующий к соответствующему рецепту. Вот update вот update recipe update recipe. Также можно производить изменения с ядром Linux и с другими какими-то компонентами, которые нужно как-то обновить или какой-то добавить изменения кастомные. Вот. Так. Он уведомил, что он проапдейтил recipe. Кстати, мы можем это все увидеть, используя recipe edit. Только вот это вот рецепта, что у нас файл, который я имеется в виду изменения, которые я закоммитил вот в виде файла патча, он обновился. Это так вот. Там два файла открылось. Окей. Так,
теперь мы заканчиваем финиш в этом слое. Мы это воркшоп. Вот. И пытаемся сбилдить. То есть мы вручную не добавляли этот патч. Так. Вот. Попытаемся сбилдить. Hello, tax есть. Так, это ожидаемо, потому что у нас, патч немного со смещением. Имеется в виду, нам нужно учесть skip level. Такое часто бывает. Сейчас. Strip. Level. Добавить 2. Теперь попытаемся еще раз. Запустим QEMU. Нет, мы соберем еще раз image, поскольку мы обновили только приложение Hello. Мы соберем image и запустим на QEMU и посмотрим, что у нас получилось. Были ли изменения? Да, попробуем. Так, приложение, имя приложения мы не меняли, поэтому вот Hello from Yocto Image — это то, что мы меняли. Наложением патча, вот, используя команду DevTool, вот. Так, это мы поэкспериментировали с эмулятором, вот. Следующая часть, мы попытаемся запустить реальную плату, имеется в виду, и соберем для этого image, проверим, включен ли туда слой, который поддерживает эту плату, и попытаемся его прошить. Так, для начала сделаем проверку. Conf bb layers. Так, sci-fi у нас включен. Так, теперь попытаемся unmatched. Unmatched есть. Так, берем его, собираем. Также же я больше никаких изменений туда не делал. Нет. Угу.
Ну и мы видим, что здесь такая же ситуация, что подготовленный estate cache делает свое дело, и все то, что билдилось изначально, может восстанавливаться с кэша и быстро сформировать результирующий имидж. Пакеты восстанавливаются, и у нас только произойдет команда формирования корневой файловой системы, ну и образа. Можно было даже добавить туда hello method и подключить и показать, что... А, так. А, так, может быть, прошьем эту? Да. Да, давай, давай покажем ребятам борду, может быть. Или это не сильно важно. Так, вот, я нас... А, у тебя есть уже флешка. Да. Только нужно к этот... К... Адаптер, да? Угу. У тебя его в своей нету? Ну, у меня они... Это одна моя, одна... Поэтому... Угу. Не помню, чьё это. Это, по-моему, это... Давай... Ну, вот это моя. Угу. Это, в принципе, без разницы. Да, давай твою. Конечно, займет немного. Так. Команда DD у нас. Так. Результирующий имидж находится в директории deploy images unmatched. Здесь изначально спался, что так он есть, да, по-моему. Zcat мы используем tmp-deploy-images. А какой именно у нас hello full custom image? По-моему, он вот этот вот. Mm-hmm. Здесь есть старый какой-то, я вижу. А, вот, видно, что... Вот. Так. А, по-моему... Так, у меня... Давай это на всякий случай зафиксируем. Dev MMC... блок. DMFC блок. Блок сайз. Скорее всего, нужно или нет. Так.
скорее всего. Ты input не указал. Ну какой файлик? Ну, я хотел так. Ладно, неважно. Давайте переделаем. Но файла там я что-то не вижу. Может, это какой-то битый? Такс. Нам нужен, скорее всего. Давайте вот этот. Да, пере. Эту часть используем. Так. Просто не помню, какой у нас. Да. Block size не так. Так, у нас нет этого файла. Почему у нас нет его? Он по-другому называется. Там rootfs что-то там. Мы сейчас его. Скорее всего, я не то. Я вот здесь директорию немножко пропустил. Сейчас пересмотрим. Так, он есть, все. Это. Так. Флаг. Ну. Можно было процесс еще указать. Но здесь нужно. Ну, имеется в виду. Что-то так мало. 24 мегабайта. Так. Действительно так. Давай проверим его. Подождите. Что это имидж. Блин. О чем? Закат. Это я уже. Да, это я уже. Закат. Так. Сюда. ДДЯ. А бывает там еще статус равно прогресс в конце, чтобы было видно, что происходит. Статус. Так, вроде правильно. А ну-ка еще раз попробуем. Понятно. Давай не ZK там, да, а XZK. Вот. Наконец-то разобрались. Я не помню, по-моему, там оно будет занимать, наверное. Ну, минут так 5 точно, если не больше. Ну, у нас пока как раз время есть. Я думаю, что можем пока рассказать, пока она прошивается, про домашку. Какого будет желание, так что. Да, ты расскажешь? Я могу просто. Да, рассказывай пока. Так, не то. Слышу. Ты рассказывай уже. Да, ребята, у нас на нашей плате есть возможность сделать эксперимент, если используя то, что мы вот здесь рассказали, и используя те сорцы, которые вы скачали, у вас есть возможность сделать маленькие изменения в корневой файловой системе, чтобы зажечь
диоды, которые присутствуют на плате. Вот на слайде есть некие подсказки по части железа, куда какой диод подключен, каким пинам чипа, о котором Алексей упомянул. Вот. Подсказка то, что нужно использовать стандартные как бы функционал Linux. Вот. И ожидается, что много времени на это не нужно. В принципе. Если будет это дополнение в файловую систему, мы просто ее включим в image и попытаемся запустить. Так же самое, как вот мы делаем эксперимент с прошивкой флешки. Запустим, ну и увидим как бы результат. Зажегся диод или нет. Там RGB линейка и один единственный зеленый диод. Ну, это не важно. Ну, имеется в виду единичный диод, да, вот. Не важно, какой именно будет гореть, то есть нету никаких уточнений, что именно оно должно, как гореть. Самое главное, чтобы он зажегся какое-то время, визуально, чтобы было видно. Вот. Наверное, хотел бы добавить, что, наверное, в рамках текущего времени мы, наверное, это не успеем уже сделать, соответственно. Присылайте pull-реквесты на мета-воркшоп, который Саша упоминал в самом-самом начале. И мы, соответственно, уже будем эплавить ваши патчи, и если там будет все окей, мы снимем либо видео, приложим результат в pull-реквест, либо просто там напишем, что все ок, все класс. Поздравляем. Ну да, здесь только 1 гигабайт прошилось. В принципе, чуть-чуть уже осталось. Там... Ну да, я... Может, пока на себе он UART настроить, он все равно нужен будет. Угу. Да, я думаю, что мы будем использовать мини-ком. По крайней мере, я его тестировал, вроде должен нормально работать. Посмотрим, есть ли вообще такие устройства. US. Да, есть. Ну, модем. Может быть. И он. Как-то вообще удалить. Это судо, наверное, через судо. Без судо он тебе не даст. Ну, сачва. Он даже здесь не... У тебя такое ощущение, что у тебя эти правила слетели в UDEV касательно TTY. Я думаю, что в принципе как... А, нам все равно нужен мини-ком. Ну, можно еще попытаться скрин использовать. Да, можно скрин минус L. Дальше путь dev serial by ID. Serial by ID там есть. Если он еще добавлен. Угу. Ну, у меня по ID нет. Ну, имеется в виду, она есть. Ну, так, а ну-ка, что у нас тут? Так, еще.
еще формировать. Я думаю, на самом деле, что можем заиспользовать флешку, которая твоя уже. Чисто, чтобы показать, что она все работает. Ты имеешь в виду, что... Ты же та же йохта, которую ты сейчас собирал, вот тут находится. Чтоб не дожидаться, пока оно прошьётся. Ну, у меня, по-моему, она находится именно на этой карте. А, окей. Да, то есть мы можем... Так, она отключена? Да. Давай отключим ее. Все, есть. Угу. Ну, открывай консольку. Так, BID у меня нет. Угу. Да, все, у тебя не появились. А ну-ка. Так, все шок, они есть. Угу. А разве он не может вот так? Ну, может, и напрямую. USB. Но я обычно через BID. Там ты скорость указал, это я не увидел. Там в конце 115-20, 200. Угу. Так. Ну, точит. Оно через определенную переменную или так? В плане через определенную. Ну, нужно минус B. А не вот так вот достаточно. Так, а нужно sudo? Да. Ну, чисто что уже открывал, поэтому. Возможно, на нулевом USB. Ну, у него уже два UART-а торчит наружу. Я его просто не использовал, поэтому. Я так просто понял, у тебя, возможно, уже нулевой был занят, поэтому наоборот, тебе первый был занят, оно стало нулевым. Скрин. Да, они оба пооткрывались. А... Угу. Может, у тебя флешка покарабчена? Он вообще как-то не сильно. Ну давай это. Да, давай это. На секунду. Сейчас только они у меня все заняты. Давай мы его попробуем эту флешку. Да. А там прошилась та флешка? Нет, еще, к сожалению, она еще не прошилась. Так. Сейчас. О. Стой, у меня подключается. Это что-то у тебя системы нету. Так, там на первый, да, USB он. Угу.
Так. Мне кажется, там что-то с имиджем не то. Давай выключим. Выключим. Чтобы на горячую. Так, Power Reset. Хотя... Так, а ну-ка. Мне что-то кажется, что у нас как-то оно ведет себя непонятно. Ну, можем пробовать на второй броде, в принципе. Ну, я так понимаю, что уже потому время что, заканчивается. Потому что у меня роб. Да, она не видит ее. Угу. Да, ты можешь уже отключать. Держи. Так, подожди секундочку. Сразу к своему компьютеру подрубай. Есть. Проверь еще нулевой. Честно говоря, у меня вот... Ну, у меня нормально. Я думаю, что... Я думаю, что у тебя что-то с USB-хой произошло. Ну, потому что он у меня видится нормально. Но у тебя есть лог? Да. Нет, от этого... Ну, я так понимаю, это может заканчиваться. Я думаю, что мы уже не успеем это показать. Да, к сожалению, у нас уже заканчивается время. Ну, что, не зря у нас две борды, небольшие технические трудности. Я думаю, что потом офлайн вы сможете, если будут вопросы заинтересованные. Мы сказали, что если они пришлют нам изменения, которые помогут нам зажечь диоды, вот, когда уже поднялся Linux, да, то есть... то мы тогда можем, ну, как бы проэкспериментировать и добавить... Да, у нас добавить... есть репозиторий, да, и мы можем проверить, и если что, рассказать про результаты. Но, к сожалению, время в прямом эфире у нас заканчивается, но в любом случае спасибо за вашу презентацию. Было очень интересно, на мой взгляд.